Приветик, не спящие все остальные любители жожи. А можно мне геймпад? Тут игра новая вышла. И надо в нее срочно поиграть, и ее надо срочно перезапустить. Потому что это говно, к сожалению, не переключило звук. Что ж, посмотрим вступительный ролик еще раз. Я не то чтобы против. 10 тысяч картинок. Вроде все. Посмотрели мультик, и я еще раз приветствую всех. Гачелюбов и любителей бабоватых мужиков. Начать новую игру? Да. Путь Хамона. Что? Обучение? Вот если что, файтинг, поэтому много не ждите. Так, двигаться, окей, драка. Слабая, медиум, сильная. Окей, додж, здесь додж. Стайлы, окей. Там бухи. Понятно. О, это уже начинается жопа какая-то, да? Комбинации кошмарные. Ау. Так, что-то я куда-то не туда бью. О, можно крутить. Гаси. Что-то я как-то это. Что происходит? Почему он лупит куда-то не туда? О! Я научился драться. Ай. Надо просто не трогать кнопки. Ау. Ай. Как вы это вообще? А, что он делает? А? Я не великий любитель жожа, но все-таки смотрел кое-что. Правда, не с самого начала, но в целом нормально, пойдет побаловаться. Тем более там Stone Ocean вышел недавно, вторая часть. Так что, норм. Но это был туториал, конечно же, да. Можно почитать в меню паузы. Просто очень странное управление, я все как-то пытаюсь разобраться. Куча моделей, куча одежды. Понятно. Кастомайз есть.
Окей. Карточки какие-то. Жесть какая. Тут надо. Тут надо мультиплеер подрубать и херачиться в онлайне, но. Но у меня его нет, поэтому. Пойдем по сюжету. Все тут есть. Экстра, нормал. Понятно. Эмпорио и этот маленький ублюдок здесь, надо же. Нормал, экстра. Жозеф. Спидвагон. Дио. Джорна. Против Джонатана. А, кого бы выбрать? О, Дио против Дио. Старый Джозеф. А где молодой Джозеф? О. А давайте попробуем. Почему бы и нет? Саппорты, эффекты, понятно. Секретная миссия. Можно выбрать секретную миссию. Выполните какой-то прием, используйте какой-то скилл. Приземлите на какой-то скилл, понятно. Ну, погнали. Йо, Брендо. Продолжит восполняться? Ай. Да я пытаюсь разобраться, как тут драться вообще. А, что происходит? Опа. А? А! Ай. Да, твою. Слушайте, не, она выглядит хорошо, конечно, но когда дерешься, некогда разговаривать. Особенно, когда еще пытаешься выяснить управление, как тут все работает вообще, чтобы делать красиво. Ой, кажется, он выигрывает. Да. Да, круто. А, вернись ты! А, станлок входит. А, что я делаю? Ух ты, прикольно. Я не специально. Знаете, честно сказать, наверное, ай, будет круто поиграть в этом в онлайне. О, а как он это делает? Как-то можно блочить можно как-то. Ай. А, он опять побеждает. Да как так? А. Как он это делает? Так, я понял. Мы идем практиковаться. Что у него с лицом? Мы идем в практис мод. Потому что это, ну, это прям жесть какая-то. Practice. Так.
Ага. Кого мы берем? Ну, Джотера, конечно, имба. Без нового. Рандом. О! Веревка. Так, кого бы взять, кого бы... Я сейчас себе заспойлерю вторую часть, походу, да? Я ее еще не смотрел. Триш. Триш. Дайте мне этого. Вот, вот его, да. Одежда, ну понятно. Нормал, ассист. Не надо мне ассист. Нормал, другого у него вроде как нет. А, может переодеться, что? Не надо. Так. Нормал, таунты. Понятно. Победа, понятно. Изибит. Хер его, шо это? Поехали. Не-не-не. А, это ассист. Нафига мне ассист? Ладно, будешь ты ассист. Срать. Джонни Джостер. Пофиг пойдет. На карту тоже в целом насрать. Это просто тренировочная. Не, сделано круто. Мне нравится. Ком сеттингс. В смысле ком сеттингс. Пофиг. Автогварды. Нет, авто не надо. Counter-Strike. Ага. Ладно, пойдет. Так, теперь вопрос. Как драться? Ого. То есть надо сразу две... Так, понятно. Вы чё, прикалываетесь? Во время скилла. Капец. Чейнбит. По очереди. Ну давайте по очереди попробуем. Как это? А как мне в воздух подпрыгнуть так, чтобы все это успеть прожать? Хрень какая-то. Ладно. Попробуем что-нибудь другое. Рамбл. Бросок. Атак баттон рядом с оппонентом. И назад. Что-то не получается. А, наверное, вот эту. Контроллер, кстати, подцепился нормально вообще, без проблем. Хорошо. Не работает. Unblockable. Нажимаешь налево, в то же время... Rear throw. Да, что? Срать. Скилл. Как это работает? Вот это я, по-моему, сделал. Charge forward. Заморозить. Капсда вообще. Абара на коробку! Абара на коробку!
Что сейчас было, кстати? Ладно, ладно, я понял. Мы научимся по ходу. Поэтому пойдем дальше. Просто умирать. До тех пор, пока мы не научимся играть как надо. Это подождет. Вагон. Давайте, Джонатан против спид-вагона. Роберт Йо. Как это? Как постоянно бывает. Нужны деньги? Да, не спид-вагон. Нужна наркота? Да, не спид-вагон. Так далее. А чё они? Они вдвоём так нечестно. Что было за показушное падение? Воу. Это я что ли сделал? Или что? Вот черт. Не упала ли страна. Ой. Как же в это собака сложно играть-то? Если что, я не специально. Я просто кнопочки нажимаю, сижу. Ну, вроде работает. Я, кстати, даже победил. А! Да как ты... Как сокращать дистанцию? Потому что это... Это жопа, реально. Тот файтинг, который я играл до этого, про анимешных девочек, он был прикольный, но, знаете, он был не такой. Он немножко по-другому выглядел. И там сокращать дистанцию было гораздо проще. И дралось там красивее. Так, я победил спид-вагон. Отлично. Я пришел сюда помочь отцу. Наверное, у тебя тоже есть мать, отец и братья. Но я не хочу им вредить. Шо. Ну, одна есть. Давайте Зеппелин и Дио. Ответ на язычный вопрос, кто кого победит. Вампиризм Хамон. А где стенды? Что за фигня? Надо, кстати, это поменять. Поменять надо. Карту. Посмотрим, как дерется бот Дио. Охренеть! С
Стал лочит скотина. О! Прикольно. О, нет. А! Как он это сделал? Да как он это делает-то? Так спамить нечестно. О, кажется, я разгадал загадку этого спецприема. Я победил, кстати. В Азии это называется сэндо. А почему? Что у него с руками? И почему он так странно бегает? Я просто не помню такого персонажа. Ой, заморозочка. А? О, да, я же говорил. Плюс-минус до меня дошло, как работают здесь приемы. Но они кошмарно странные, честно. Ой, поймал. Знаете, я уже это... Я в предвкушении. Я пойду смотреть после этого сезон с ним. Наверное. Если, конечно, победить получится... А, получилось. Ладно, сойдет. О, кстати, на А? Серьезно? Это было А? Ну, что-то как-то... Да. Ладно, тоже клир. Дальше. Джонатан против Джорна. Будет интересно. Дефенс оппонента пониже? Атаку увеличен. О, Стэн. Жалко, я дерусь этим. А. Он слишком много скачет. Он такой маленький. О, я научился бросать. А он каким-то хреном блочит. Я не помню, чтоб там был блок. О, кажись, я вовремя. Ай, сраная змея. А почему мы стандами не деремся? У нас стандов нет, что ли? Или это еще достандовые какие-то бои? Ну, персонажи. Я чисто его заспамливаю. Ну он так выиграет сейчас. Вы посмотрите на этот прикол. Скотина. По-моему, ему как-то лицо испоганили немножко, он по-другому выглядит. Мультики, по крайней мере. Хорош меня терроризировать. Да капец. Я тоже умею так делать. А он умеет ворачиваться. И змей кидать. А, увернись ты! Сталоки. Не, ну так против стенда неинтересно.
Давайте как мужики драться нормально кулаками, а не стендами. Я даже драться не буду. Это просто постоянные вечные салоки. Не, я не готов для этой баталии. Это слишком для меня. Победил. Молодец. Ретрай? Не хочу ретрай. Пойду в другую. Так, кто еще у нас есть? Есть еще Дио против Джозефа, ну это понятно. Цепелин против Джонатана. Не хочу. Старый Джонатан, спидвагон. О! Вот это оно. У него же вроде был стенд, я помню. Джостера. Атака увеличена. Options. Easy beat setting. Видимо, это то, что нам надо. О, а тут саппорты покупаются. О, у нас деньги есть. Прикольно. Гауш филит на 2, на 2 стадии на максимум. Автоматически заполняется. А это одноразовое все или как? Рандомный эффект. За 1000. А почему нет? Давайте купим, проверим. Это одноразовое. Ага. Понятно. Ну, одноразовый, ладно. Ой, я же говорю, у него стенд был. А, теперь мы за спидвагон. Вставай! А, нет, он меня поймал. Ой. Да как они блоки делают? Меня не научили блочить. Меня вообще ничего не учили. Просто сказали, вот кнопки, вот на, играй. Перегрузка хамоном. Да чё они такие все скиллованные? Как я вообще победил в прошлый раз? Дважды. Эх, не попал. Я почти, да, я выиграл почти. Что-то ему тоже с цветом понаделали. Хорошего. Ай. Вот это нехорошо так делать. Да ядрить твою мать. Вот это время, кстати, надо заполнять. А не просто стоять, а чисто там, знаете, накидывать какие-нибудь штуки. Ай! Надо блоки научиться ставить. Ого. С кем разговариваешь, полудурок? А, опять поймал. Да.
кто мне? Это слишком, опять же. Надо все-таки выяснить, как оно работает. Грейд Д. Хочу я ретрай. Давайте Диво против Диво, почему нет? Попробуем, посмотрим, как он вообще работает. Я не такой, чтобы игрок, вернее, не то, чтобы игрок в файтинге. Это очень редко бывает, но почему бы нет? У него, походу, реально станда нет. Либо он какой-то спрятанный. А у него уже есть. Ай. Я же говорю, это нечестно. Я без станда, он со стандом. Что для меня? Как его выигрывать? Еще люстры падают. Опять он меня поймал. Да что ж такое? Ну, конечно, станлоки. Как мне это надоело. Дурацкие станды. У него еще и станд времени, да? Этот временной, я не помню, как он называется. Я вообще ни хрена не помню. Этих приколов. А стиль похожий, кстати. Ну да, как мне его побеждать без стенда? Капец. Иди в жопу. А его стенд только перед ним работает, походу. Воу. Ну да, вот что я буду пересматривать сегодня ночью. Так, стоять, а как у меня максимум? Как врубить? А в смысле? То есть я прыгаю на него, пока перед ним стоит станд, ему вообще срать. Замечательно. Не, ну это жопа. Чего у нас там по времени? Аж целых полчаса прошло. Ну не, я больше не выдержу. Все, перегруз. Это все уже. Все-таки интересно, как работают здесь дурацкие камбухи. Магазины, галерея. Ну-ка. Понятно. Вот эти вот анонсеры бы отрубить было бы здорово. Настройки. Что тут есть? А, ну тут все то же самое. Странно, что мишку так долго загружается. Так, практика. Как-то же, все-таки можно же, как-то же, делать камбухи-то. Р, Т и Г или 5. Понимаю. Ладно. Разберемся с этим попозже. Вообще, классная игра, я поиграл в онлайн еще. Что-то такое. Harvest Time. Денежки можно вырабатывать, бесконечный бой. Ладно, ради интереса попробуем. О, персонажа дают выбрать. Рандом. О, Куджи дали. Почему бы и нет?
И Васи сдали ваму. Ну ладно, пойдет. О, можно еще выбрать. Рандом! О, это же из нового, из Stone Ocean. Карта. Локация. Со стендом. А мы тоже. Осталось допетрить, как работает бот. Походу тут баланс идет смело нахрен. Стар Платину вообще им балансный был, всегда был. Только как его умудрились все-таки в Stone Ocean ушатать, это... это прям, да. Горшок прилетел. Лягушки. Тут по одной жизни у всех, да? Не, ну Джотера вообще имба. Все ясно, тут какие-то персонажи дисбалансные просто. Прям мега дисбаланс чувствуется. Ой. Лягушки. Weather report. Ну, назвали ведь, а? О, да, вот эта комба. Только она не до конца проходит почему-то. Без великолепных эффектов. Кто проиграл-то? А, я? Капец. А еще прикольно. Надо просто камбухи потянуть и да, можно просто изничтожать смело. Ладненько, прикольная игра, мне нравится еще. Круто. Но продолжим мы с вами в следующий раз, ну а пока что такие дела.